Привет, ребят! Совсем недавно вышел Minecraft Pocket Edition версии 0.15.0. И уже сегодня мы будем делать первый механизм в этой версии. Называется он дверь 2 на 2 блока. В общем, как он работает, сейчас я вам покажу. Мы просто встаем на эти нажимные плиты, и наша дверь раздвигается вот так красиво. И мы можем пройти, потом она закроется. Мы можем опять так встать и пройти. Вот такой механизм, очень классный. Все, кто еще не скачал новую версию Майнкрафта, обязательно переходите по ссылке в описании. И также можете скачать карту, на которой есть этот механизм. Ссылка на скачивание этой карты будет тоже в описании. Ну а мы переходим к разборке этого механизма. Поехали! Для начала мы должны выкопать вот такую яму. Потом взять редстоун и поставить его в этой яме. Теперь берем 6 блоков и ставим вот на этот редстоун. Теперь берем липкие поршни и ставим 2 поршня вот сюда. И также с другой стороны. Берем доски, красный факел и также нажимные плиты. Ставим нажимные плиты вот сюда и сюда. Теперь мы должны поставить вот на эти поршни блоки, вот так, и также вот так. Теперь берем красные факела, ставим один сюда и второй вот сюда. Далее берем блок и ставим его на верхний поршень, вот сюда и также сюда. Все, наша дверь готова. Теперь нам остается всего лишь этот механизм спрятать. Можете украсить его как хотите. Это очень простой механизм и вместе с этим очень классный. Давайте проверим, работает ли он. Встаем и да, все работает. Если вам понравился этот механизм, то ставьте лайки. После 300 лайков я выпущу следующее видео. Ну а с вами был Мистер Бафф. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.